Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов. Григорий Григорьевич Мясоедов, один из ярких представителей русского реализма второй половины XIX века, основатели товарищества передвижных художественных выставок. Основная тема, к которой обращался художник, — крестьянский быт. Я зачитываю Википедию. Принадлежит древнему дворянскому роду Мясоедова. Учился в Орловской гимназии, но, не окончив в ней курса, поступил в ученики Академии художеств, где его профессорами были Неф и Марков. В 1861 году получил малую золотую медаль за картину «Поздравление молодых», а в следующем году большую золотую медаль за программу «Бегство Григория Отрепьева из Корчмы», сцену из Бориса Годунова, Пушкина. Будучи отправлен за казенный счет за границу, Мясоедов работал в Париже, Флоренции, Риме, Испании. По возвращении в Россию получил в 1870 году звание академика за картину «Заклинание», один из организаторов и активных деятелей товарищества передвижных художественных выставок. Деятельно участвовал во всех выставках товарищества и постоянно заботился о его независимости и жизненности. С конца 1880-х Мясоедов жил в Полтаве, в большой усадьбе с садом, парком и прудом. С осени художник уезжал в Крым и жил в Ялте. Создал эскиз театрального занавеса и написал декорацию для театра в Полтаве. Организовал школу рисования, написал брошюру по садоводству, которым увлекся еще живя под Харьковом. Скончался в 1911 году в своей усадьбе под Полтавой. Похоронен в саду усадьбы. С 1926 года здесь размещается Полтавская гравиметрическая обсерватория. Мясоедов написал много пейзажей и преимущественно крымских. Многие из них характерные и колоритные. Изображаемые им сюжеты, как бытовые, так и пейзажные, разнообразны. Живопись его гармоническая и уверенная. Изредка он пишет и портреты. Но они занимают небольшое место в его деятельности. Мясоедов занимался также и гравировкой. Кроме того, Мясоедов писал и религиозную живопись. Незадолго до смерти он собирался написать триптих «Святая Русь». Интересные факты. На известной картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» Иван Грозный имеет черты Григория Мясоедова, который позировал художнику при написании этого полотна. Имя Мясоедова носит Орловское художественное училище. И названа улица в Орле. Вот так вкратце из Википедии о русском живописце, одним из самых ярких представителей русского реализма второй половины XIX века, основателя товарищества передвижных художественных выставок Григория Григорьевича Мясоедова. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.